Медицинские поезда – это социальный проект, который обеспечивает жителей отдаленных населенных пунктов Казахстана бесплатной врачебной помощью. Так, медпоезд «Саламатты, Казахстан» посетил станцию Карамурон. Ну, у нас Елена Сергеевна, наш врач краснополянский, она в группу скинула, что будет такого-то числа поезд здоровья. Это очень удобно и очень как хорошо, что... Прошли, все проверились, анализы сдали. Это очень удобно, очень хорошо. Не нужно никуда ехать, на месте. Все такие добрые врачи, все обходительные. Ну, чтобы ехать в город, вырвать зуб, это 100 километров. Не всегда время есть, не всегда получается. Вот. А тут приехали сразу, оказали помощь, вырвали зуб. Я вам даю вот такую бумажку, там все специалисты. Хотите, всех пройдите, хотите по желанию. Как все пройдете, бумажку при выходе охраннику отдадите, выход с той стороны. Каждого специалиста написано на дверях. Там еще у нас 3 вагона специалистов. Не болейте, пожалуйста. Спасибо большое. Медицинский поезд оснащен оборудованием европейского и японского производства. Стоит отметить, что пациентов принимают врачи общей практики, а также узкие специалисты высшей категории. В этом поезде я работаю с 20 июня. За это время мы проехали много станций, и на каждой находились по 2 дня. Мы принимаем очень много людей и оказываем им необходимую помощь. В первое время пациентов было очень много, иногда в день принимали по 120 людей. В среднем в день посещают наш поезд 60-70 жителей. Напомним, что проект реализуется при финансовой поддержке Фонда развития социальных проектов «Самрук Казана Траст». Ольга Цуканова, Александр Ломако. Новости Темиртау.